одним из самых популярных удилищ, на которые я ловлю последнее время и о котором мне задают больше всего вопросов, является удочка Azura Safina X. Это 80-я модель, 80L в длине 2,44 с тестом от 1,5 до 12 грамм. Это лайтовое удилище, которое за счет своей невысокой цены и отличных рабочих характеристик набрало широкую популярность среди рыболовов. Но многие им уже давно ловят, многие хотят его приобрести и интересуются, поэтому я решил снять целый обзор для того, чтобы в одном видео ответить на все самые популярные и распространенные вопросы рыбаков. В чем вообще фишка данной удочки? Бланк здесь изготовлен из карбона Торей 40 тонн и имеет перекрестную оплетку по всей длине бланка, то есть и комель, и вершинка в этой оплетке. Это дает и запас прочности, добавляет выносливости бланку и делает его, конечно же, быстрее. Ну а за счет высокомодульности карбона удилище получило отличную чувствительность. Но еще одной фишкой есть то, что на спиннинге установлена фурнитура от китайского производителя Webo. Это однолапые колечки Webo и катушка-держатель. Катушка-держатель сам по себе тяжеловат, поэтому удочка весит чуть больше 100 грамм. Но в итоге это нам дает очень приятную и привлекательную цену, что на очень дорогом крутом бланке за счет бюджетной фурнитуры собралась отличная удочка с классными рабочими характеристиками. Поэтому спиннинг работает классно и по нижнему тесту. Тест заявлен как от 1,5 грамм, действительно, с тонким шнуром от 2 грамм уже окуней на эту Сафину можно ловить. По верхнему тесту удочка, конечно же, мягковата, но тоже зависит от вашего подхода к рыбалке и что вы хотите делать. Например, если ловить судака, на судака используется резкая рывковая проводка с высокими амплитудными подрывами, то по судаку я могу сказать, что верхний тест это 8 грамм плюс приманка там 3-3,5 дюйма, потому что на больших весах спиннинг уже проваливается в верхней части и не получается сделать такой высокий резкий подброс. Но если же мы ловим щуку, мы спокойно можем забрасывать приманки общим весом 12 грамм. Ну, это то же самое, там 8-10 грамм плюс приманка, даже на пару грамм его можно перегрузить. При ловле щуки у нас уже таких резких рывков и подрывов в основном нет. Спиннинг, конечно, по тесту нагружается, но им можно легко и забрасывать, и выполнять такие более плавные, какие-то равномерные джиговые проводки, ступеньки и тому подобное. Ну, при ловле окуня мы используем миниатюрные приманки, поэтому окуня смело можно ловить по всему тесту, начиная по низам от 2 грамм, ну и по верхнему тесту это 12 грамм свинца или там вольфрама и приманка там 2-2,5 дюйма. То есть удочка по-своему специфическая, она обладает быстрым строем, не экстра быстрым, потому что у удилища жесткий комель, жесткая средняя часть бланка, а вершинка уже более живая и мягкая. Это позволяет нам хорошо работать и с небольшими весами, с мелкими приманками. Это может даже быть не только микроджиг, а любые другие приманки. Небольшие воблеры, вертушки, блесенки и тому подобное. Конечно же, в среднем тесте это ловля там, от 4 до 7 до 8 грамм. Удочка работает максимально чувствительно и максимально качественно. Плюс за счет длины 2,44 метра мы получаем отличную дальность заброса. Ну и, конечно же, не стоит забывать о выборе шнура, потому что максимально и заброс, и чувствительность, и деликатность удочки будут раскрывать тонкие шнуры. Сюда можно ставить шнуры там, от 0,2 до 0,4 для того, чтобы максимально комфортно ловить по всему тестовому диапазону. Чем тоньше шнур, тем выше чувствительность, тем дальше заброс, и понятно, шнур же нужно подбирать под условия. Если мы ловим щуку в траве, конечно, лучше поставить потолще, там 0,4, 0,5, ну 0,6, да, можно ставить. Я думаю, толще 0,6 на Сафину ставить не стоит. Если же мы хотим половить окуня, тоже зависит от условий. Окунь в траве это там 0,3, 0,4 шнур. Если у нас чистое дно, ракушка без зацепов, можно ставить максимально тонкий 0,2 шнур и получать удовольствие по полной. Этим удилищем я ловлю больше года.
переловил на него много рыб. Это окуня, щуки. По щукам рыбу размером 400-500 грамм можно смело выбрасывать на берег. Поэтому мне очень нравится эта удочка для ловли зимой на малых реках. Как бы нам нужен и дальний заброс легких приманок, потому что часто огрузка может быть 1-2 грамма плюс приманка. И за счет длины такого броскового строя мы далеко и точно можем забрасывать наши приманки туда, куда нам надо. Плюс удочка очень хорошо отрабатывает на вываживании, гасит все рывки, и мы получаем просто много удовольствия на вываживании за счет работы самого бланка, за счет чувствительности, как каждый рывочек мы чувствуем, спиннинг все отрабатывает, ловить очень интересно. То же самое при ловле окуня. Спиннинг обладает высокой тактильной чувствительностью в руку. Мы ловим на ракушке, чувствуем каждое падение грузика, каждое касание грузика об какие-то камушки, ракушки, можем выполнять различные проводки. Ну и, конечно же, поклевку даже самого мелкого окуня мы точно не пропустим. Подводя общий итог по спиннингу, хочется выделить какие-то особенности удилища, достоинства и недостатки. Из достоинств хочется выделить отличную длину 2,44, которая хорошо подходит для ловли как с берега, так и с лодки. Благодаря длине и строю бланка спиннинг также отлично далеко забрасывает любые типы приманок, поэтому он хорошо подойдет для ловли на ближних, средних и дальних дистанциях. Также бланк обладает отличной тактильной чувствительностью, он достаточно прочный, выносливый, также за счет карбоновой оплетки. Ну, звонкий, чувствительный, за счет высокомодульного карбона. Из недостатков я могу выделить вес удилища, он колеблется около 100-105 грамм. И, конечно же, если сравнивать этот спиннинг с более дорогими удилищами, он в руках ощущается тяжеловатым. Но этот недостаток компенсируется очень приятной ценой, ведь спиннинг стоит меньше $100 с таким бланком и с такими характеристиками. Поэтому я сам всегда с удовольствием беру это удилище на рыбалку, при том, что имею много и более дорогих, более легких удочек. И с удовольствием ловлю им щуку и окуня. Для ловли судака я все-таки рекомендовал бы выбирать удилища более жесткие, более быстрого, экстра-быстрого строя. Для того, чтобы и вершинка была более жесткой, чтобы выполнять и хорошие амплитудные подрывы и жесткую подсечку. А для ловли щуки, окуня, на небольшие воблеры, на вертушки, на блесны, на легкий джиг. Я сам переловил этим спиннингом очень много рыбы, много щук, окуней. Знаю, многие также ловят этими удилищами и получают удовольствие. Напишите в комментарии ваши впечатления про удочку Azura Safina X. В частности, про модель до 12 грамм, потому что знаю, очень много и моих подписчиков, и других рыбаков уже этими удилищами также больше года ловят и получают удовольствие от рыбалки. Вот такой у нас получился небольшой обзор удилища Azura Safina X 80L с тестом до 12 грамм. Задавайте ваши вопросы в комментарии, я постарался максимально кратко и по делу все рассказать и описать про этот спиннинг. Ну а если вас интересуют еще какие-то дополнительные вопросы, задавайте их в комментарии, я вам с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, чем больше подписчиков, больше интересных видео про рыбалку. Всем пока и до встречи на воде! Поклевка, блин, ах ты. Еще только что поклевка была, народ.